Совет поздравляет вас с 1 мая, праздником нашей с вами солидарности, и приглашает пройти на первомайскую демонстрацию в колонии Демократической России. После демонстрации состоится маевка с песнями, выступлениями поэтов, музыкой. Поздравляем вас с 1 мая и приглашаем пройти в колоннах нашего движения. Наша первая колонна проходит исторический перекресток. Зрелище празднеств тоталитарной эпохи вызывают неловкую улыбку. Неужели мы были такими? Сегодняшняя хроника тоже ляжет на полку хранилища. Интересно, как ее будут смотреть лет через 10? Маразм 20 века, он должен сойти с политической сцены, это мы должны поставить именно конечной целью. И поэтому никакие раздоры, никакие распри внутри нас не должны здесь разъединять. Мы как в песне должны, помните, стихи, возьмемся за руки, друзья, чтоб не умереть поодиночке. Для шахтеров! Товарищи, здесь собираются средства для шахтеров! Пожалуйста, внесите свою небольшую лепту! Не стесняйтесь, рубля! Правильно! Выступает член Республиканской партии России Веденеев Борис Павлович. Один известный политес узнал, что есть деликатес. Тамбовский окорок. И в рот его случается народ, когда отыщет, то берет. Выходит, жив народ пока. В природе есть окорока, и демократы врут, что плохо. Живем от выдоха до вдоха. Спасибо большое. На скрипке я в глаза ему глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых шил, из какой-то там фантазии, которой ты служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего не делать?